сейчас почти без 23. Пожарник еще работает. Видите, здесь палки. Перегородки горят. Значит, еще много труда придется вложить в тушение пожара. Краешек меня так волнует. Дай бог, чтобы беды не случилось. Ай-яй-яй. Известно, что в здании было короткое замыкание. Говорят, что пожар возник из-за проводки. Поломанной проводки, если точнее сказать. Ну что ж, посмотрим, чем это закончится.